sea, si aprenderán a que tienes que portarte todo. ¿Pero que te portan ya? Bueno, pues así aprenderán todo. ¿Lo que ya sabían mis mujeres? Посмотрим. А вот эта женщина, которая мы сейчас... Да-да. Сейчас мы, уже при свете дня разглядим, что здесь. Ночью у этого парка очень красивая подсветка. Днем он тоже, в принципе, очень интересен, хорош, и воздух здесь очень хороший, но ночью они очень оригинально сделали, так как-то загадочно, немножко сказочно, романтично все вместе, так своеобразно, красиво здесь. Интересно, что у него в руках звезда Давида. Не знаю почему. Смотри, что у него на руке. Интересно, кто он такой вообще? Что это такое? Сейчас посмотрим. Это очень потерянное лицо, вымученное, замученное, что-то она в этой воде потеряла. Так, а с этой стороны? Нет. И никакой надписи нет. А, нет, вот есть надпись. Сантьяго Гарсия Санабрия. Санабрия. Такой вот монумент. Не знаю, в чем замысел этого проекта. Может быть, вы знаете. Если знаете, напишите на моем блоге anzor.tv. Мне непонятно. Идем дальше. Очень-очень вкусно тут пахнет. Такие травы, цветы. Очень много вкусных запахов все это стоит. Пасео Хуан Маришал. Такой вот парк. Как этот парк у нас назывался? Парк называется Парк Гарсия Санабрия. Парк Гарсия Санабрия? Ну, вот там написано было. Гарсия Санабрия. Но это памятник. А, ну это памятники, да? Красивый парк. Вот эти вот железные штуки, они ночью подсвечиваются. Сейчас я вам покажу. Так, кстати, здесь интересно, есть вода? Да, воды здесь нет.
система разработана. Угу. С трубками. Да, трубы они хорошо разработали. Там трубки и дырочки. Все поливает, да, да, видишь, и они вот так идут. Угу. Здесь тоже. Взрывка такая система. Это когда мало воды, пресно. Вот здесь вот как пахнет, именно вот. Угу. Именно в этом моменте, да? Что-то вообще здесь, это просто удивительно. Может, здесь что это, я не знаю. Вообще так запахнет. Хочется съесть. Ну и какие они обалденные. Что это такое? Вот откуда это запах? Откуда это? Угу. А это арка. Два глаза. Кто? Кто-кто? Это Павел. А, да? Сейчас скрипит. Точно. Внутренник, это шерстяная основа. Ага, ага, вверх. Может, она линяет? Такое чувство, что это овечка внизу такая. Да. Скомканная шерсть. Так, сейчас попробую еще раз в это место встать. Здесь такой запах был удивительный. Да, что-то тут такое есть. Что-то такое необычное, очень пахнущее. Так, ладно, пойдем дальше. Как? Видишь, вот эти беленькие маленькие, только их тут мало осталось уже. Ага. Вот там, если как в Таиланде. Угу. Вот Флор де Сен. А написано, да, что? Или что это такое? Не знаю, что. Ну, откуда-то из Латинской Америки. Угу. Ну, в Таиланде тоже такое. Чуть-чуть разные цветы. Да, хороший парк. Мне нравится здесь. Здесь так, проходить, сидеть, отдыхать. Очень приятно. Вот эти вот подсветки, я про них говорил, это ночью они очень красиво подсвечивают. И когда идешь по этой аллее, прямо такой загадочный, сказочный вообще вид. Очень загадочный и сказочный, очень своеобразно выглядит. Вот такие вот дела у нас. Так, друзья, буду выключаться. Здесь также есть бамбуковая аллея. Там вот она была, вот они, бамбуки все растут. И тоже здесь ночью они подсвечиваются, и очень красиво все это выглядит. Сейчас днем тоже здесь красиво, но все равно чуть по-другому. Вот здесь и кактусы растут у нас, бамбуки растут. Очень много разных интересных своеобразных деревьев. Но... Все, что можно было, они здесь посадили, я так понимаю. Что можно было посадить. Все, что растет на этих канарах, они сюда воткнули.
Так, друзья, выключаюсь, потому что у меня вроде закончилось, насколько я понимаю, батарея. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.